представляет Ли Цзиджун, Китай. Цзиджун Ли из команды Китая, 19-летняя фигуристка. И вновь я вижу, что возле бортика находится Алексей Николаевич Мишин, который и в короткой программе также, скажем так, сопровождал эту спортсменку. Присматривается. А мы к нему, Алексей Николаевич. Да к нему что присматривается, мы его знаем. Это его выражение. Лучше иметь двух средних мальчиков, чем одну хорошую девочку. Лиза, ты не слышишь этого. Она тоже это слышит. Лиза очень хорошая. Девочка. И с корабликами, с развернутыми ногами, и прыгучая. Немножко помочь и будет 3-3 прыгать везде. И в первой части, и во второй. Спасибо. Как большая красивая птица. Китай принимает
следующую за корейской зимнюю Олимпиаду в Пекине в 2022 году. Учитывая, что пары в Китае. Ой, как далеко! Но я думаю, что в китайском фигурном катании в ту сторону смотрят. Смотрит здорово. Командный турнир пока еще никто не отменял. Ой, как это не скоро. Не скоро, не скоро, да. Там уже танцы появляются, и симпатичные танцы. А у них и были хорошие, я не знаю, зачем они бросили этим заниматься. У них были очень хорошие танцевальные пары. Они не входили в элиту, но они очень хорошо катались, они хорошо запоминали. Они были очень красивые. Красивые собой. Много, конечно, работающие. Мне очень нравилось, как они катаются. Потом в один прекрасный день они это все закончили, потому что это не давало как бы им медали. Но танцы — это как раз такой вид, который надо стоять в очереди, а потом очередь может быть переписана. Да, ваша очередь прошла. Да, поэтому... Вставайте в конец. Как бы слова бессильны, да. Алексей Николаевич с ней не сидит. Не сидит, он не сидит, нет, он только присматривается. Она после короткой вообще в одиночестве сидела. Никого там не было. Пришла, выступила, место в пятерке заняла. Сама ушла. Вот они, восточные женщины. Поэтому очень часто есть разные способы помогать. Очень часто они просят на соревнованиях помогать и говорить по ходу тренировок, да, какие-то важные вещи. А вот со скрипом, но обходит она Элизабет Турсенбаеву. Разница между ними была в пользу Турсенбаевой полбалла. Сейчас где-то примерно те же полбалла, но в пользу уже Зи Цзюньли из Китая. Да, да, 51 сотую она выигрывает благодаря своей произвольной программе у казахстанской спортсменки и становится выше нее. Она взрослая девочка.